Печатному слову, пусть и на вывеске, хочется верить. Однако местные жители говорят, не стоит. Если на витрине и стоят напитки сплошь безалкогольные, в недрах прячутся напитки покрепче. Вон в витринах алкоголь. В витринах нет алкоголя. Ну где же? Ну вот, вот смотрите. Киоск на пересечении улиц Новосадовой и Челюскинцев долгое время пользовался популярностью у местных любителей выпить. Приобрести спиртное здесь можно было даже после часа X. Данный объект стоит без права устанавливающих документов, то есть отсутствует договор на аренду земли. Кроме того, в 2013-2014 году более 10 протоколов было составлено по части 3 статьи 14.16, то есть торговля алкогольной продукцией из нестационарного киоска. О демонтаже киоска собственника предупредили заранее. Однако к моменту приезда правоохранителей он не удосужился освободить его от товара. Более того, предложил начать с киоска соседа. Пускай соседний вывезут киоск сначала. У него есть документы у соседнего киоска? А у соседнего есть документы киоска? Он стоит в прошлом году здесь? Ну что значит тоже? Вот это стоит целый год, у него все нормально, ему можно стоять. То, что алкоголь продавали? Я не продавала. И только после заявления полицейских, что павильон будет вывезен в любом случае, пуст он или полон, владельцы наконец освободили его. Киоск отправили на штрафстоянку. Забрать оттуда его будет можно, только предварительно оплатив транспортировку. Это уже пятый демонтированный ларек за неделю. Снижать темпы в полиции не намерены. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.